красивые. Поехали? Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на конкурсе «Королева музыки» и «Королева планеты». С нами возле нас стоит продюсер Матвей Анечкин, замечательный продюсер группы «Круиз». Хотелось бы узнать, какие у вас впечатления о нашем концерте «Тагада»? Ну, во-первых, вечер очень красивый, и глаза разбегаются, потому что сплошные миссис Москва разных годов. И то, что сегодня произойдет, это для меня будет уникально. Мало того, что девушки сами по себе красавицы, они еще будут красиво петь, как я надеюсь. И журить, то есть быть членом жюри, будет не очень просто. Потому что надо будет как-то... Конечно, есть корреляция между красотой вокальной и красотой визуальной, но придется как-то очень с этим бороться, для того, чтобы быть справедливым. Согласитесь, очень много красивых девушек, все в коронах, еще потрясающе поют. Я надеюсь, что вы будете правильно их оценивать. Я надеюсь, по красоте что, или по голосу все-таки? Я постараюсь все-таки сохранить баланс, потому что девушки наверняка готовились, переживают, каждый хочет выиграть и получить какое-то, так сказать, более-менее высокое место. Поэтому в этом смысле я надеюсь, все будет отлично и жюри будет справедливым. Я как член жюри постараюсь быть справедливым. 100%. Спасибо огромное. Пока. До свидания.
кажется, не поставят. Это очень... Сейчас ругаться будет. Матом? Нет. Ну почему нет? Здравствуйте. Как ваши планы? Когда еще А у Юрьевых президенты? Правильно, пора уже бюджет получать. Осваивать. Сначала получить. Если все такой, чуть назад, чуть вперед, вот так. И... Так, дай мне вам фотограф удачи для тебя. Так и будут по одной сейчас. Малочка, мы следующие, да? Попозже мы или когда? Так, давайте еще девчонок поставим, нет? Вообще первый раз беру. Дай бы я сидеть здесь там. Я сидеть, да? Так. Оля, они уходят. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в концертном зале «Империя» состоится конкурс «Королева музыки» и презентация журнала «Планета женщин». Фондом, президентом фонда, который является самая очаровательная, талантливейшая, прекраснейшая царица цариц Алла Марковна Юрьевна. Поэтому у меня особенный к вам вопрос. Какие планы на будущее? Что сегодня будет? Что сегодня произойдет? Что происходит? Яна, самое смешное, происходит самая необычная ситуация. Оказалось, в империи есть совершенно потрясающий трон. Ну, обычно победительница в этом троне восседает. Я подумала, ну почему бы мне сейчас не дать вашему телеканалу и вот интервью в этом троне? И, так знаете, как бы в антураже миссис России, первый вице-миссис земного шара Юлии Ступишиной и первый вице-миссис Москвы, это Ольги Митрофановой. Ну что ж, картинка состоялась. Вообще все очень красиво, все очень прекрасно, великолепно. Яночка, что я могу тебе сказать? Таланты наших женщин, они просто безграничны. И поэтому сегодня мне нравится, что к внешности, к деловым качествам, к харизме у моих участниц, у них есть особый дар, они любят и умеют петь. Причем вы сегодня увидите, что у нас есть заведующий отделом Сбербанка, есть человек, который работает советником в Государственной Думе. Есть люди, которые управляют финансами, но при этом они замечательно поют. И вот именно для них этот проект я и придумала. Красивые, умные поют. Ну, замечательно, что же еще нужно придумать? Я хочу пожелать девчонкам и, конечно же, гостям прекрасно провести вечер. И как говорил великий Георгий Отц, если вы прожили один день и не спели одной песни, смело обращайтесь к врачу, вы больны. Поэтому сегодня у нас есть песня, которую мы вначале как жахнем. Эта песня нужна всем. И слова этой песни все мы знаем. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. С вами была Алла Маркина. Собственно говоря, мы идем дальше.
специальный выпуск для Step to Stars. Увидимся. А еще можно вас попросить? Не может. Не может. Да, потому что у него руки заняты. Ты сегодня супер. Да, спасибо. Супер. Издалека увидел, никак не мог подойти. Спасибо. Супер. Что супер? Какие глаза? А ты интервьюшь, жена? А? Он 8 раз был женат. О, боже. 8. Настоящий мужчина, как да. Моя мама. Ты не круче, не круче, чем сама Марк. Не, не круче. Не круче? Не круче, нет. Алла Марковна, царица, царица. Дорогие друзья, еще раз хочу вам представить Беатрису Малахову, которая пришла лично поздравить Аллу Марковну. Алла Маркина, еще раз. Маркина. Хорошо. Маркина. Я волнуюсь, я волнуюсь. Маркина. Еще раз. Итак, привет, дорогие друзья. Сегодня к нам в гости пришла Беатриса Малахова, которая пришла поздравить Аллу Маркину. Маркину, дружим журналом. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня пришла в гости поздравить специально Беатрису Малахову, нашу любимую, замечательницу, царицу-цариц Аллу Маркину Юрьевну. Поэтому я бы хотела услышать от вас какие-нибудь поздравления, пожелания. Я пришла поздравить эту удивительную женщину, действительно королеву, мою коллегу и подругу. И я счастлива, что сегодня буду присутствовать на презентации журнала «Королева планеты». И более того, скажу, наш журнал «Модный дом» мы сегодня выберем тоже лучшую из лучших и будем приглашать на Fashion Story нашего журнала, который выходит не только в России, но и за рубежом. Эту прекрасную будущую королеву с чарующим голосом увидит не только в России, но в Лас-Вегас, Сент-Тропе, Лазурный берег. Ее увидит Европа. Я счастлива. Спасибо большое, Алла Марковна. У вас всегда прекрасная организация и столько красоты сегодня. А это одна из моих королев и победительниц, которая выходила на обложке «Модного дома», а теперь она будет участвовать у Аллы Марковны в ее тоже следующем конкурсе. Спасибо вам, дорогая моя. Спасибо за этот праздник души. Спасибо. Привет, дорогие.
дорогие друзья. Итак, мы продолжаем наш репортаж. Репортаж. Я в свою очередь. Не надо продолжаем прямо заново. Для чего? Привет, друзья. Сейчас передо мной Либерж. Всем известно. Либерж. Либерж, хорошо. Ну, почти, да. Для России сложное имя. Хорошо. Привет, дорогие друзья. Сейчас передо мной бывшая участница Дома 2 Либерж. Итак, Либерж, скажите, пожалуйста, вы сегодня сидите, а я смотрю в жюри. Да. Так, у вас сегодня предстоит миссия выбрать победительницу. Как вы думаете, кто победит, красота или голос? Конечно же, обязательно должен победить голос. Ни в коем случае не красота. Потому что я считаю, что талант превыше визуальных каких-то вот моментов. Какая вы молодец. Ну а как вам нравится этот сегодняшний фуршет? Алла Маркина, может быть, вы хотите ей что-то пожелать? Алла Маркина всегда на высшем уровне, умница, прям то, что нужно. И действительно, вот сейчас ее как раз представляют в том же направлении двигаться и двигаться, потому что она свернет горы, это уж точно. Ей успехов, всего самого наилучшего. Я с удовольствием посещаю все такие мероприятия. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. От этого сегодня мы тоже такие собрались. Но я вам скажу честно, что у меня есть еще один любимый ребенок, это мой журнал. Я никогда не думала, что я вдруг еще влюблюсь в журнал. И вот третий номер журнала, 8 страниц. Ну вы его полистали, кто смотрел журнал? Ну понимаете, я не издатель, ну как вы, какую оценку поставите? Правда? Продолжаем? Ну так здорово. Вот, я хочу сказать, что сегодня еще у меня есть проект, который я влюбилась, без него жить не могу. В каждом конкурсе «Месяц Москва», «Месяц Россия» мы устраиваем музыкальные соревнования. И выяснилось, что наши дамы, наши мамы, наши девушки, они не только красавицы, они еще и поют. И у меня в 24 года назад сделал конкурс «Queen of the Music», «Королева на войне». Алла Маркина и Наталья Новикова. Да, и самое главное, что Наталья, она не только стала, но сегодня тоже дебютирует как ведущая. Буквально 3 месяца назад она получилась. Она тоже героиня этого журнала. И самое главное, что она при этом при всем умеет хорошо петь, у нее музыкальное есть образование. Так что мы можем в конце просто сказать, что тоже спит. Ну что, вы нам разрешаете начинать? Удивительная женщина, она бизнес-леди. Она владеет своей маркой одежды. У нее потрясающий косметик, который продается по всей России. Поэтому мы решили... Валечка, проходи сюда. Кстати, мне сука так сделала. Да. Вице, мисс, Вице, миссис России 2004. На выставке. Просто миссис 2004, да? Хорошо. Да, Москва, да, Россия? Я хочу сказать, что... Миссис 2004. Все женщины сильные. Мисс России 2004, правильно? Миссис России 2004. Да. Сейчас на первом канале идет война. Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас бывшая участница Татьяна, замечательный дизайнер, бывшая миссис России 2014. Итак, Татьяна, пожелайте что-нибудь очень хорошее для Аллы Маркина на сегодняшний вечер. Что вы вообще думаете по поводу сегодняшнего вечера? Как вам сегодня? Алла, любовь всей моей жизни. Я всегда желаю ей только развития, благополучия, чтобы все ее проекты процветали, и она была самой успешной женщиной планеты. Спасибо огромное, какое шикарное пожелание. Специально для вас. Абсолютно точно. 2002. Элина Глазунова. Первый на сцену мы вызываем обложку нашего журнала. Это Инна Бадрева. Нашего журнала нового номера. Мама троих детей, бизнес. Итак, привет, дорогие друзья. Сейчас передо мной тоже бывшая участница Элина, миссис Москва 2002 года. Сейчас она хочет пожелать тоже Алле Юрьевне немножечко некоторые пожелания. Давно не посещала такие прекрасные, замечательные конкурсы, которые делает Алла.
Очень рада сегодня присутствовать на этом мероприятии. И хочу рассказать о том, что мы сегодня выберем девушку, которая понравится нам, ну, то есть мне и моим партнерам. И мы обязательно исполним свое обещание, снимем их в музыкальном видео с нашими артистами. Елизавета, желаю Алле выдержки, сил и оптимизма, и всего самого наилучшего, чего она сама хочет. Спасибо большое, Элина. Я думаю, что поздравления понравятся обязательно нашей любимой Алле. Спасибо. Елена Николенко. Даша Унки. Яна Авдеева. Беатрис Малахова. Александра Бриттани. А также мы хотим пригласить на сцену мужчин, гостей нашего журнала. Это Александр Савелов. Дорогие друзья, можете отпустить потише. Вы знаете, я поняла, что каждый человек... Рождение моей внучки. Я стала делать декоративные торты. Прочитайте в журнале. Вот, хотела выразить свое настроение весеннее. Его сюда привезти. Цветы съедобные? Да, конечно. Цветы сахарные. Но по времени... Ну, так как я не то, что сидела постоянно делала, естественно, постоянно отвлекалась. Ну, в общем, наверное, недели три. Ну, вот, короче, жизнь. Крайний стол. Мы так хотим, чтобы Александр Ладонов... Да. Я хочу поблагодарить всех присутствующих гостей, что здесь собрались на такой прекрасный праздник. Поблагодарить Аллу Юрьевну Маркину. Финалистка «Миссис Россия» 2016, Юлия Байковская, мама прекрасной дочери Клеопатры. Дизайнер одежды Москва. Родом из... Трое, да, три дочки и плюс... ну, кроме того, что я адвокат, я решила благодаря вдохновению Аллы Юрьевны Подаренному, я думаю, каждому из нас в этом году мы провели конкурс «Миссис Тамарская губерния 2017». У меня сеть за опыт красоты. Я благодарна. У меня вас, это не только здесь, это же в журнале, Илья Викторович. Спасибо. Ближе микрофон. Спасибо. Всем здравствуйте. Я синхронный переводчик алюминиевой компании. Плюс ко всему дважды мисс фотомодель, мисс элеганс, мисс девушка на миллион и будущая участница королевы планеты 2017. Здравствуйте. Стоит журнал «Мы тоже» на видео нашу красивую Яночку. Товарищи, настоящие бриллианты Самары. Только задумайтесь, следуйте. Станет героиней и фэшн-истории нашего журнала «Модный дом». Он выходит на двух языках, русский и английский. И прекрасную девушку, королеву с чарующим голосом увидит не только Россия, но и Европа. Знай наших! Голова кругом ходит, и я думаю, что тебе нужно давать специально молоко. И только твою, Саш, которую выиграла все битвы. Это точно. Ну что, наш вечер продолжается. Аплодисменты, красивую музыку. Девчонки, ну, на общей фотографии с нашими журналами. Королева музыки объявляется открытым! Куровой, женщина, какая она есть. Дополнительно.